Рассмотрел в закрытом судебном заседании. Суд апелляционной инстанции постановил. Постановление Лефортовского районного суда города Москвы 29 декабря 2018 года об избрании подозреваемому Уилану Полу Николасу меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения. Апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. Владимир Андреевич, что можно сказать? Процесс прошел, я говорю, конструктивно, мы детально разбирали, опровергали. Ну, немножко всех беспокоит, что было. Да, действительно, на флеш-носителе, точнее накопителе, Пол получил сведения, которые, как считает следствие, но она не считает, это действительно, я подтверждаю, составляет гостайну. В действительности Пол должен был получить от физического лица сведения, которые не являются гостайной, это культурные там вещи. Не знаю там английского языка, но мы сегодня решили вопрос со следователем, что на его обследование. Надо исследовать материалы дела, либо тут масса моментов, но нам представлено пока только 5% материалов дела. И в принципе опровергнуть позицию Пола в той части, что он не воспринимал это как гостайну, следствие пока не может. Решением суда, к сожалению, внутреннее убеждение суда стало на сторону судьи. Естественно, будем обжаловать это в кассационном порядке, и Пол как бы просил это сделать.